Друзья, поздравляю, Новый год прошел, впереди увлекательные дни детских каникул, и что делать, неизвестно. Единственное могу сказать, мы пойдем на фильм «Чебурашка». У меня вчера были друзья, сказали, просто потрясающе, фильм просто обалденно с этим героем, с нашим любимым Чебурашечкой. И взрослым абсолютно понравится, такое есть о чем подумать, и детям нравится. Ну что делать, надо идти с семьей в кино.